Вот, признайся честно, ты же уже смотрел Бравл Толк? Там у нас появился новенький бравлер Отис, и мне кажется, что он будет очень имбовый. А сегодня мы с тобой собрались для того, чтобы понять, знает ли Акинатор этого персонажа. Ведь его еще даже нету в Бравл Старсе. Ваш персонаж девушка? Ну, я на самом деле не знаю, вроде как мальчик. Ваш персонаж существовал в реальности? Ну, он какой-то максимально странный, поэтому я думаю, что нет. Ваш персонаж человек? Это тоже, блин, непонятно, но здесь давай я, пожалуй, отвечу, что я не знаю. Вдруг под этой маской реально скрывается настоящий человек. Ваш персонаж плохой? Тут тоже непонятно. Давай я скажу, что нет, потому что я думаю, что он все-таки хороший. Ваш персонаж из мобильной игры? О, Акинатор, здесь ты красава, прям в точку. Да. Ваш персонаж Джин? Да, вроде нет, он вообще подводный монстр, наверное, какой-то. Связан ли ваш персонаж с игрой Mirror's Edge? Это что еще за игра такая? Я не знаю, мне кажется, что не связан. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? Акинатор, ты офонарил что ли? Я ж только сейчас тебе этого персонажа загадал. Ты откуда уже такой вопрос-то мне задаешь? Ладно, да. Ваш персонаж постоянно ходит в капюшоне? Акинатор, ты такой глупый. Ты чё, думаешь, я тебе загадаю Леончика? Это было бы очень легко, поэтому нет. Ваш персонаж накачанный? Ты чё, думаешь, что я загадал тебе Эль Примкина? Нифига подобного. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв? Отис. Нет, из 4. В этот раз ты тоже ошибся. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Да ладно, Акинатор, чё ты так злишься-то? Капец, мне же даже страшно. Что как-то стало. Да, в этот раз ты угадал. Ваш персонаж играет в игры жанра ММО? Ты дурак, что ли? Я же тебе сказал, что он из Бравл Старса. Нет? Ваш персонаж играет на гитаре? В этот раз он думает, что я загадал Покича, но нифига подобного. Возможно, Акинатор вообще не знает этого чувака, потому что его реально в игре еще нету. Ваш персонаж старик? Я не знаю, этого, мне кажется, даже сами разработчики не знают. Ваш персонаж связан с хулиганством? Ну, кстати, смотри, он же у нас выпускает самые настоящие шарики с краской. И то есть он разрисовывает местность, поэтому, ну, так-то частично связан. Ваш персонаж как-то связан с холодом или же с морозом? Да вроде как нет, я никакого там Луи Гейла не загадывал. Ваш персонаж с волосами? А этого тоже, к сожалению, никто не знает. Ваш персонаж из мультика Каса Гранде? Ты дурак что ли? Ты чё в канале у меня какой-то спрашиваешь? Нет. Связан ли ваш персонаж с вселенной Портал? Да никак он не связан, он из Бравл Старса! Ваш персонаж женского пола? Это я не знаю, ну вроде как мальчик, поэтому давай скажу, ладно, что нет. Ваш персонаж состоит из воска. Боже, какие у тебя глупые вопросы. Я даже не знаю, что с тобой можно сделать. Нет, наверное. Ваш персонаж гражданин Соединенных Штатов? Нет. Ваш персонаж носит капюшон? Ты у меня уже спрашивал? Нет. У вашего персонажа есть колеса? Если ты думаешь, что я загадал тебе стул, то ты опять в очередной раз ошибся. Нет. Я думаю, это Джин. Эх, Акинатор, все-таки ты ошибся. Нет, это не Джин, это новенький бравлер. Ну блин, ну это же очевидно. Ты что, его не знаешь что ли еще? Дай мне, пожалуйста, второй шанс. Ну ладно, так уж и быть, давай продолжим. Ваш персонаж собака? Это не генерал Гаусс. Ваш персонаж из книг Сергея Лукьяненко? Допустим. Ваш персонаж связан с каналом Нилман? Нет, я вообще такой канал не знаю. У вашего персонажа темные волосы? Да я не знаю, есть у него вообще волосы или нет. Ваш персонаж играет на пианино? Не знаю. Ваш персонаж музыкант? Я не знаю. Уже, блин, меня бомбить начинает от этого Акинатора. Есть ли у вашего персонажа лоб? Ты дурак? Вот лоб? Так он же есть, типа, у всех. Да? Ваш персонаж похож на скелет? Я не знаю, вроде как не похож. Давай скажу, что нет. Ваш персонаж умеет кататься на коньках? Да не умеет вроде бы. Акинатор, признайся честно, ты чё, реально что ли его не знаешь? Не-не-не, ща я тебе отвечу. У вашего персонажа есть галлюцинации. Боже, я не знаю, меня уже реально начинает бомбить. Это еще кто такой? Я думаю, это Ховер Муви. А скажите мне, пожалуйста, а как это связано с Бравл Старсом? Акинатор... Ты ошибся. 10 минут спустя. Я думаю, это Джин Пират. Ладно, Акинатор. Короче, я понял. Кажется, новенького бравлера ты все-таки не знаешь. Дай мне, пожалуйста, ну еще один шанс. Акинатор, ты и так уже столько ошибок допустил. Нет, давай лучше я тебе другого персонажа загадаю и все. Ну ладно, ты все-таки меня выиграл. Ну, хотя бы одна радостная новость на сегодня. Давай ты сейчас лайк поставишь, и тогда следующего персонажа я 100% угадаю. Ну ладно, Акинатор.
так уж и быть, давай с тобой еще разочек сыграю. Я уже придумал, кого можно загадать. Как ты понял, тебе нужно поставить лайк. Об этом попросил Акинатор. А еще давай немного усложним квест, и ты тоже попробуешь угадать этого персонажа, которого я загадал. А если ты сделаешь это быстрее Акинатора и напишешь правильный ответ в комментариях, то я его даже лайкну. Ваш персонаж существует в реальности? Акинатор? Нет, ответ неверный. У вашего персонажа человеческие уши? Да, допустим. Ваш персонаж мужчина? Нет, я загадал маленькую девочку. Ваш персонаж из видеоигры? Да, здесь ты был прав. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? Акинатор, блин, жучара, да. Ваш персонаж носит шлем? Ну, насколько помню, да, у нее вроде бы есть шлем. Возможно, ты уже даже догадался, какого перса я загадал. Пиши быстрее в комментах. Использует ли ваш персонаж реактивный ранец? Акинатор, ты был капец как близко, но, к сожалению, нет. Играли ли вы со своим персонажем в прятки? Да, что-то не припомню такого. Вроде как нет. Живет ли ваш персонаж в доме? Ну, я думаю, что да, наверное. Где ему еще-то жить? Ваш персонаж связан с зазорами. Это как? Я не знаю. Ваш персонаж ребенок? Да, я же тебе сказал, я загадал маленькую девочку. Имя вашего персонажа состоит из трех букв. Так, подожди, нужно посчитать. Нет, не из трех, ты ошибся. Я думаю, это Бонни. Офигеть. А чё ты в этот раз так быстро угадал? Да, это правильный ответ! Мне кажется, что Акинатор даже смог угадать быстрее, чем ты! Интересно, правда это или нет? Ладно, походу Бонни для тебя оказалась слишком легкая. Я красавчик! Да-да, Акинатор, радуйся, радуйся! Окей, я загадал еще одного персонажа! И давай посмотрим, сможет ли Акинатор его угадать, и сможешь ли его угадать ты! Ваш персонаж существовал в реальности? Нет, Акинатор, не существовал! Ваш персонаж женского пола? Допустим, да. Ваш персонаж человек? Ну... Ну, не совсем. Нет, на человека он вообще не похож. Ваш персонаж из страшила? Не, Акинатор, я никого страшного не загадывал. Ваш персонаж животное? Ну, блин, ну тут я не знаю, как ответить. Ну, как бы и частично да, и нет. Давай скажу, что, возможно, частично. Ваш персонаж герой мультфильма? Нет, он из видеоигры. Ваш персонаж носит одежду? Конечно, носит. Чё, на голое, что ли, будет ходить? Да. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Вы управляете вашим персонажем? Ну да. Если я его в катке выберу, то, конечно, буду им управлять. Ваш персонаж связан с группой Main Skin? Это что за группа такая? Не знаю, вроде не связан. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? О, Акинатор, красава! Угадал! Имя вашего персонажа состоит из трех букв? Да, возможно, ты даже уже начинаешь догадываться. Ваш персонаж хроматический? Да ты достал, блин, да. И я думаю, это Ева. А ты жучара такая. Угадал же, причем всего лишь за 10 вопросов. Ну или там за 15, не знаю, сколько прошло. Но Акинатор справился, жучара такой. Ха, я же говорил, что это изи. Ну ладно, Акинатор, а еще у меня есть один квест специально для тебя. Интересно, справишься ты с ним или нет. А квест будет вообще максимально изичный. Прям здесь появились новенькие видосики, и Акинатору нужно на них нажать, и тебе тоже нужно на них нажать. Нажимай скорее!